Скрытый мобильный комплекс будет помогать выявлять нарушителей ПДД на камчатских дорогах. Госавтоинспекция региона начала использовать кордон ПРО-М. Его устанавливают в салоне служебного автомобиля ГИБДД, у которого нет опознавательных знаков автоинспекции. На таком автомобиле сотрудники полиции, как и другие водители, следуют в транспортном потоке, а комплекс кордон ПРО-М фиксирует нарушения ПДД, такие как превышение установленной скорости и выезд на полосу встречного движения, где это запрещено. После фиксации комплексом того или иного нарушения в течение нескольких дней водитель получает на почту письмо счастья с постановлением по делу об административном правонарушении для оплаты штрафа. Добавим, что в программное обеспечение комплекса также внесены данные о водителях, лишенных прав, и авто, на которые наложены ограничения на передвижение.